Всем привет, с вами Всеволод Фиолковский, и сегодня я снова продолжаю тестировать себя на прочность, сравнивая с топовыми спортсменами, выполняя их комплексы из Vortex заруб. Мне приглянулась заруба Дмитрия Кузнецова против Михаила Горяева. Она мне понравилась по двум причинам. Первое, это довольно-таки простой и очень интересный с необычными упражнениями комплекс. И второй нюанс, это то, что Дмитрий Кузнецов, который я считаю топовым спортсменом, не смог уложиться в 10 минут. Для меня это было каким-то шоком. Мне очень не понравилось, как он выполнил этот комплекс. Возможно, были на то какие-то причины. В любом случае, я посчитал, что это для меня отличный вызов. И сегодня я постараюсь выполнить этот комплекс. Там приседания со штангой над головой, которое ему давалось очень тяжело. Я сам это упражнение попробовал впервые 3 дня назад. В принципе, оно у меня криво боком как-то получилось. Я прошел этот комплекс в лайтовом режиме. И сегодня хочу выполнить его за 5 минут. Постараться. Я не знаю, насколько это реально. Давайте пробежимся по этому комплексу. Для тех, кто не помнит, первым упражнением 15 подъемов переворотов. Это очень выполнить легко. Сложность только в том, что потом кружится голова. Второе упражнение, то самое приседание со штангой над головой, после которого у меня потом болит поясница и плечи, все ломит, и коленки выворачиваются, но ничего, вес небольшой, попробовать можно. Третье упражнение – это закидывание, взятие гири на грудь, 24 килограмма. В этом упражнении отлично можно отдохнуть и восстановить дыхание. Четвертое упражнение – это то, что меня удивило в Диме Кузнецове, в Кузе, в том, что он не мог нормально пожать штангу с колен 40 килограмм. Вот, я же без проблем делаю эти 20 повторений за один подход даже на уставших мышцах. И заключительное упражнение – отжимания на брусьях с цепями на шее. Напомню, что у нас самодельные цепи, они очень неудобные, весят 22 килограмма. Сильнее будем. Вот, в принципе, я готов сегодня к этой зарубе. Хочу выполнить. Судейства у нас нету, у нас судьи очень лояльные, поэтому, ребят, пишите в комментариях, как вам техника упражнений, может быть, какие-то подходы нельзя засчитывать. Вот. И также пишите, какие вы хотите, чтобы я зарубы еще попробовал. Все, хватит болтать, давайте делать комплекс. Поехали. 3, 2, 1, поехали. Раз. Выпрямляй внизу. 2. Более точно. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Голова сейчас улетит. 10. Давай, давай. 11, 12, 13. Давай, давай. 14. 15, есть. Красивое приземление. Это красивое приземление. Сделай все, что нужно. Почти за минуту все делал. Слушай, я сейчас не смогу приседать. Сможешь. Сколько весит? Сколько ты весишь? Нет, ну 70. Хотя он стал жрать хорошо, жрет много. 71. 71 килограмм. Я просто стал чаще в туалет ходить. Давай, приседай. Следите за техникой. Я служу за твоей техникой. Сейчас фотка сзади. Так. Поехали. Раз. Ого. Давай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Давай еще 2 раза. Да! 19. Давай. 20, есть.
Все, Фил, попроси, чтобы музыку здесь выключили. На гире отдыхаешь. Давай. Плечи в шоке, я такого никогда не делал. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ух ты, хотел перейти! Не работают кисти! Есть, давай! 13. Давай! 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Все, пошли встали. Давай, отдыхать некогда. Дыхалка, что-то сбилась. Очень сильно. На жимах. На прессе. На выдохе. Больше отдыхать. На выдохе. Давай. На все, давай. А? На выдохе, больше отдыхать. Предплечья устали. Не устала, все устало. Давай. Фух. Поехали. Раз. Два. Три. Восемнадцать. Еще. Да. 20. Есть. На изи вообще. Хорошо. Все, встал и пошел на брусь. Давай, Сев, давай за подход. Ой, 5 минут. Ты сделаешь рекорд свой. Фил, отходи. 5 минут. Давай. За подход нужно. А сколько? 20? 20. Уже 30 секунд. Давай. Быстрее. Ну хотя бы 6 минут попробуй сделать. Давай. Вес 22 килограмма на руках. Поехали. Комплекс из вортекса. Раз, два, три, четыре, пять, Фила, шесть, семь, восемь, девять. Давай, 10. Пошел. 11. Давай. Давай. 12. Блин, 5 минут. 5 минут. Чуть-чуть не хватило, но ничего. Давай, есть шанс еще, давай, есть шанс. Давай, долго не отдыхай. Свет вообще ужасный. Поехали. Я больше не сделаю, упаси. Давай, сделаешь, спокойно. Давайте 5,55. Люблю ровные числа. Красавчик. Ну чё, как? Чё скажешь? Ну, в принципе, неплохо. Единственный момент, я скажу, были что местами, где ты отдыхал. На видео, когда смотришь, кажется, что легко, а все равно тяжелый комплекс. Очень тяжелый. Ну что, подведем небольшой итог. 5,55 – это немножечко не тот результат, к которому я стремился. В любом случае, я очень доволен. Опять же, учитывая, что судьи у нас очень лояльные, куплены, может быть, какие-то подходы вы бы не засчитали, пишите об этом в комментариях. Пишите, кто следующий будет моей жертвой, кого мне еще вздрюкануть. Конечно же, в планах Блуд, Шреддер, Дэн Саратов, много-много топовых блогеров. В общем, я замотивирован от Vortex битвы. Мне очень интересно изучать новые какие-то упражнения, элементы, тестировать себя на прочность. В общем, всех призываю, приезжайте к нам в клуб, сюда будем зарубаться. Есть уже первые желающие поучаствовать с нами в зарубе. У нас хорошая атмосфера, по воскресеньям здесь никого нет, все люди отдыхают. Физрук, спортклуб в нашем распоряжении, поэтому все сюда, в Ставрополь, будет круто. Всем пока!